Назови хотя бы одну причину, по которой Путин должен быть повешен. Я вот, ты знаешь, когда прочитал это, я подумал только одно. То, что всегда говорит Вата. Если не Путин, то кто? Вот, то есть у меня, если не Путин должен быть повешен, то кто же тогда должен быть повешен? А я сразу подумал о том, что, ну, глаза разбегаются, и я не могу одну причину выделить просто физически. Не, ну это... Какую-то конкретную. Это неправильно, нужно одну.